Рон, это стандарт скучный. О, пойдем в другой маленький парк запинаем, а то большой я ссу. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Мне пробудители.
же шифтанин есть цена. И что такое? Что с этим бомбастером, я понятно не было. Почему он... У меня уже достаточно таких... Ебанутый, что ли? Посманивайте оставшихся. Доброе, ребят. Берел, можно, пожалуйста, меточки на МТУТ? Один танк пока что, Sony Ericsson. Но пуливать тебе не надо. Ничего. Да он что-то, я, говорит, плюсую в РС, потом отменяет. Какой-то странный. Понятно, что он хочет в этой жизни. Не объяснить ничего не может. Просто там на своем уме. Ретричек принял. Все. Хагет, ты тут? Хагет. Да, здесь. Воткни огонь и кулаки кресты там раскидаешь, я каски раскидаю. Привет всем. Здорово. Что, на телек включился? Да, по телеку показывали, что насильника в Якутске поймали, который 40 лет назад там детей насиловал, закапал в лесу. Что-то залип нафиг, и смотрю, что его зачистили. Ну, понятно. Погнали, короче. А, да. Брюс, ты не из изолятора играешь сейчас? Ебать, шутка. А у кого 2-5? Ну, ладно, ладно. А я тут подогнал комп, дали за все. Перфект, да, маг, который? Или пакость? Снимите. А. Перфект считается, быдло. Уважаю. Перфект. Это, к тебе перфект. Просьба, не срывай игру, а, пожалуйста. Владим танчить. То есть, если ты видишь, что твой меня поднялся очень высоко, ты стопаешь ДПС. И чем могу разбрасывать? Я имею в виду, я тебя предупредил, а там уже дальше думай сам. Ну, я не первый раз играю. Прекрасно, прекрасно. Он пиздит, он всегда рвет агро. Начинается, блядь. Когда последний раз было? Ну-ка нахуй, скажи, блядь. Еще скажи, что я с танков... Т5 нахуй срываю, блядь. Т5 не хуёво даёт табан. Милики, ребята, идите вон туда, вон, где звездочка стоит, в начало инста. Подождите, я вас позову. Пока что вы не участвуете в бою с Болтаром. Идите туда, остановитесь быстренько. Все РДД рассасывайте здесь, по площадке. Это, короче, Войд, к тебе просьба особая. Не потеряй спока, Алагеза. То есть ты его преимущественно хилишь. Оксшам, ты меня. Рахинрар, ты тоже меня. Клинмун, ты спок, и я бегаешь туда-сюда, поняла? Никого из нас не потеряйте. Все, блядь, спок. Держите дистанцию.
Шама, я сюда буду босса ставить, потом, когда он тут будет стоять, отойдешь, хорошо? И Вологеза сейчас припульте. Шама, Шама, помнишь, я что говорил? А это не Шам, а нет, это Шам. Ты когда вторую копию заберу, Шам, за мной пойдешь. Не проеби только меня. Все, Шам, меня не теряешь. Друиды, кому тоже. Громилик, идите добивайте центральную копию. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Иди сюда, ребят. К последнему. Там тотемчики. Яйца. Бля, я бы испугался, если бы меня в послянку эта хуйня орала. Братан, тебе нормально там? Такс, это мое, что ли? Судя по всему. Короче, повторю еще раз. Через один мир бьем, то есть заходить в тьму по команде, выходить из тьмы тоже по команде. Ни раньше, ни позже, поняли меня все? Я сюда покушайте, да, рыб. Еще одна просьба. При смене мира обязательно, да, Архидраж, при смене мира обязательно делать на пулы в Суне Эриксона. Это всех касается. Всех абсолютно. И третий момент. Ну, я не знаю. Тут кто-то есть первый раз, чтобы я не кикал с рейда? Потому что тут есть дебаф, который надо из рейда выносить. Надеюсь, проблем не будет, ладно, че. Все готовы. Ну и спула желательно тоже у меня на пуле, ребята. 5, 4, 3, 2, 1. Я тебе не дал ассиста, да, Спок? Что ты на себя метку поставил? Рейд стали сбоку от босса. На тебе ассиста. Поставь на себя метку, Спок. Рейд, стоите все в черепочке. Не ближе ни в коем случае к
Что во тьме, что в свету. Это очень важно. Приготовились. Метеорит прибежали. Быстрее, не стоим не до костола. Глубже в вас или нет, не в вас, все нормально. Зашли рейд в тьму быстренько. Охуенно, блядь, друз, делаешь. Красиво прям. Меточки стоим, ребят. Босс сдвинулся из-за... вниз какой-то. Ничего страшного. Джус, выноси метку. Джус, выноси метку. Отвратительно выносишь, Джус, метку. Приготовились, рейд потихонечку, крутимся не спеша. Меточка есть, вперед метки не влазит. Джус, выноси метку. Сейчас фаза начнется, все стоим во тьме, никто не выходит никуда. Опускаем материальность. До нуля, ну до 100 получается. Сранец. Делай, когда я выйду, ваша задача тоже выйти и начать оверхилить меня, Сони Эриксон, очень жестко и очень интенсивно прям. У вас будет немного времени, Квинмон, выходить, чтобы меня не проебать. Но вы должны это сделать. Перед выходом меня желательно захватить. Квинмон очень жестко. Беги, малышка, беги! Бойцы носи. Только поменялись или я заслабил порталы? Своп. Я сам вообще тут жгу. Все, рейд, приготовились. Оксан, выноси. Хилы, у вас там портал есть. Вышли, хилы быстренько. Вышли, вышли. Меня уже хилом держим. Все вышли. На пол геру дали, будет босс. Подняли, ревностного еще не было. Нормально. Били. Перебежали. Или отойдите просто. В сторону. Подели. Ваша последняя победа. Насладитесь сполна ее вкусом. Ибо когда вернется мой господин, этот мир сгинет в огне. Ну, гильдия ушла. Подвеска. Впереди ушла. Пояс. Шаманы, вам не надо? Войт и... Упс. Рэл, извиняюсь, этот самый, ты понимаешь, лут уже разобрали. Ты мне скажи, пожалуйста, эта страта для 10 обычки сработает? Эта страта даже для 25 гер работает, можешь в любом режиме пользоваться ей. То есть, вывожу его полностью в свет из тьмы? Да. Ага. Весь рейд заходит в тьму, а потом весь рейд выходит в свет. Это важно, весь рейд, чтобы никто не оставался в другом мире, это первый момент. И второй момент, тебе нужно...